новые сказочные елочки, за киндер-сюрпризы молочные, шоколадные яички. Ой, какие хорошие подарочки у меня на елке. Друзья, а давайте мы их откроем. Да, давайте мы их откроем. Вот такие киндеры. А вот такие тут киндеры красивые. Давайте посмотрим внимательно. Это всем нам известные киндеры. Это коллекция «Холодное сердце». Там попадаются персонажи кино, мультика «Холодное сердце» и другие игрушки. Какие другие коллекции? Здесь у нас коллекция киндеров-сюрпризов. Вот таких вот яичек и их профессии. Давайте начнем вот с киндера. Давайте с него начнем. Откроется он. Посмотрим, что нам попадется. Игрушечка. О, тут хорошо открылась. Коллекционная такая, которая нам изображена здесь на плакате. Или вот такая. Очисточку в сторонку положим. Вот сюда. И что? О, нам попалась, вижу, какая-то коллекционная. Сейчас откроем. Ой. И нам попалась новая. Ура, ура! Какой восторг! Ой, давайте... О, он такой с палитрой, художник такой. Ой, какая красота. Ой, давай, стой. Вот. Сейчас давайте посмотрим, что это за профессия. Ну, конечно, все же знаем это. Это у нас художник. Киндер такой сюрприз. Художник красивый. Вот вся коллекция. Вся. Как вы помните, на прошлом видео нам вот этот попался. Они прямо рядом находятся. Вот такая хорошая игрушка. Очень хорошая, красивая, веселая. Хорошо с ней будет играть. А теперь давайте откроем «Холодное сердце». Посмотрим, что нам тут попадется. Очень мне интересно. Не терпится прям посмотреть, какая же у нас там игрушечка тоже. Ой, сейчас. Так, секундочку, подождите. Сейчас мы откроем это яйцо. Так, вот, снимем упаковочку его. Это. Так, давайте чистки сюда. И нам попалась какая-то другая игрушка. Надо узнать, что это такое. Ну, не коллекционная, но что-то. Ой, это что такое за чудо? Это какой-то... Песик или мишка. Медведь, наверное. Или медведь. Я не знаю, что это такое. Давайте посмотрим. О, да, это мишка. Такой веселый мишка. Вот он. И у него еще был такой мед. Это ему вот так вот в зубки положим. Ой, какой красивый мишка несет мед. Так. Вот тут показано, как это мед ему надо достать. И тут вот, смотрите. Сейчас что-то он тут делает. Сейчас надо... О! Закрыл ротик, открыл, сейчас мы его откроем вот так вот на лапки. А зажимает он их вот так сейчас. Вот так, все, зажал. Ну, хорошая игрушка, я очень рада, красиво. А вот тут вся коллекция, есть вот такой мишка, крокодильчик, вот такой лёва и бычок. Очень красивые игрушки такие, милые довольно-таки. Вот какие у нас игрушки были. Попались все красивые, очень хорошие. Как вы видите, вот такие красивые игрушки. Всем пока! Вы были на телеканале Тыковка ТВ. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока! Пока-пока!